Hallelujah. 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 Проскомидия, так называется в православной традиции приготовление к хлебопреломлению, к причастию, когда наливается вино, у меня здесь сок виноградный, приготовляется хлеб, проскомидия. Просто на Востоке всегда в этом видели таинственный некий такой обряд, что ли, таинство. Удивительно, конечно, да. Но само таинство — это сам Иисус Христос, сам Спаситель наш. Он является этим таинством. Слава Богу! Приветствую всех братьев, сестер, приветствую, кто подключился, кто подключается. Во имя Господне благословляю всех вас. Слава Богу! Приветствую с этой утренней трансляции, с утренней молитвы. Благословляю всех вас во имя Господне. Сегодня читаем из Слова Божьего. Чтение 1 Коринфянам, 14 глава. А, да, 14 главы как раз, да, стих. Да. С 14 главы будет стих, собственно, как раз вот и... который я обозначил на картинке для этой трансляции на Ютубе. «Достигайте любви». В синодальном переводе именно так перевели. Вот это начало 14 главы. Так. И у меня хлеб здесь есть еще. Хлеб. Вот он такой большой. Хлеб. Это лаваш, или как назвать его, ну, лепешка, лепешка, вот так, вот, я ее закутал так вот здесь, а вот здесь, вот такая лепешка у меня, приготовил ее для вот, совершения хлебопреломления. Да, слава Богу. Благословение Господне всех вам, друзья. И кто в записи потом будет смотреть, и кто сейчас уже подсоединился. Спасибо тебе, Господи, за все. Спасибо тебе, Боже. Благословляю всех вас, дорогие друзья, на этой молитве благословляю великого Бога нашего сейчас. Благословен Бог наш, всегда, ныне, присно, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе, Царю Небесный, Утешителю Дух Истины, Ты, что везде, везде, везде пребываешь, и все, 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 абсолютно все собою наполняешь, сокровищница благ, сокровищница наша, и жизни подателю, ты податель жизни, ты пришел и вселился в нас, спасибо тебе,
и очистил нас от всякой скверны, и ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала тебе. Аллилуйя! Благодарю тебя, Боже, за это доброе утро. Благоставляю великое имя Твое. Восхваляю Тебя, Господь. Боже, благодарю Тебя за этот первый день недели. Благодарю Тебя. Благослови всю эту неделю, Боже. Благослови, Господь, сегодня собрание в разных церквях, в разных конфессиях. Большая часть христиан сегодня совершает богослужение. Благослови сегодня каждое собрание, это, Боже, во имя Иисуса Христа. И на протяжении всей недели, Господь, во все дни этой недели, Боже, пусть, Господь, действительно Твоя благодать поспешествует, Боже. Благослови, Господь, наших братьев-баптистов, Боже, благослови адвентистов. Благослови, Господь, пятидесятников, харизматов, Боже, методистов, всех-всех-всех, католиков, православных, всех-всех-всех. Православных разных, разных традиций, обрядов, новых и старых обрядов, Боже, во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, Боже, по богатой своей милости, Боже, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Аминь, аминь, аминь. Спасибо тебе, Господь. И вот то слово, которое я обозначил как раз вот, собственно, картинка для этой трансляции на Ютубе, это из 1 Коринфянам. Аллилуйя. Из 1 Коринфянам. Так, сейчас. Симфония. Достигать. Слово «достигайте». Так. Так. Сейчас, секундочку. Достичь или достигнуть, доставать, достигать, настигать, нагонять, догонять, дойти, прибыть. Да, есть разные значения тоже слова. Вообще, достигайте любви, еще есть перевод такой, интересный, вот здесь тоже скачал себе один из переводов на русский язык. Целью вашей жизни должна быть любовь. Вот достигайте любви переведено вот таким образом, кстати, мне интересно, даже понравилось. Целью вашей жизни должна быть любовь. Достигайте любви, дальше написано, ревнуйте о дарах духовных, в синодальном переводе уже читаю вновь. Особенность о том, чтобы пророчествовать. И дальше как раз вот молитва на незнакомом языке, языке, говорение на языках и истолкование языков. И о дарах вообще духовных. Да, слава Богу. Достигайте любви. То есть целью, действительно, цели нашей жизни, там вот в этом переводе, вот в одном из переводов есть, разные переводы скачал, смотрю, сравниваю, очень интересно. Как бы так шире ну, раскрывается Слово Божье. И действительно, целью нашей жизни должна быть любовь. И вот еще хочу прочесть сейчас, уже с другого места Писания. Из второго послания Тимофею. Павел, 1 глава, с 1 стиха. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, ну, сыну имеется в виду не физическому сыну, а духовному сыну. Он как отец, Павел как отец, хотя у нас один отец на небесах, но на земле у нас есть отцы, значит, да, значит, и отцы есть физические, да, есть отцы, духовные тоже отцы. И вот Павел был таким духовным отцом, своему духовному сыну чаду пишет. Благодать, пишет, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью,
желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе, возогревай дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Вот разогревать этот дух, да? Он пишет, возогревать дар Божий. Вот дух силы, любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Действительно, Бог избирает нас, да, прежде вековых времен. Спасибо, Господи. Открывшееся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так, что не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Держись образца здравого учения, который ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих. Но, быв в Риме, с великим чанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милостью Господа в оный день. А сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. Аминь. Так что, друзья, укрепляемся в благодати Его. А вот то, что сказано было об Анисифоре некоем, вот, значит, что да даст Господь милость дому, и сегодня хочу это сказать и вам, друзья, да даст Господь милость и вам, и вашему дому, вашим домам, здесь написано, ну вот, он знает, Бог знает, за что, ваши дела знает, как он знал дела Анисифора, то, значит, покоил, значит, да, защищал, значит, там, и, значит, им и служил, получается, и финансово служил, и вот всячески служил, значит, апостолу Христову, не стыдился уст его, вот даже в Рим прибыл, он, значит, не так-то просто было искать его, получается, Павла, да, но он нашел, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день. Вот, и знаете ли, вот этот оный день, интересно, что за оный день. Вот, кстати, вот сейчас как раз мы на пороге вот такого оного дня, как вот, ну, такое славянское выражение сейчас уже как бы оно не употребляется в современном русском языке, оный, только так вот кое-где редко встречается это выражение, оный, вот оный день. Сейчас приближается как раз вот календарный этот оный день, так называемый Йом-Кипур, в этом году он выпадает, этот оный день, или как судный день, или день искупления, да, значит, день Господа, день всепрощения, разные есть названия этого дня в разных переводах. Вот, и, значит, и это Господний день, который он обозначил еще в Писании, в Библии, еще в книге Левит, 23 глава, где говорит Господь о праздниках своих. Вот, и вот он говорит об этом дне, оном тоже как раз вот, как в судном дне. Это тот самый день, когда раз в году первосвященник раньше заходил во святое святых Иерусалимского храма. Вот, с кровью жертвенного животного. Вот, в этом году, напоминаю, это будет уже вечером 18 сентября, получается, да, выпадает. И, значит, и уже весь день 19 сентября. В этом году так. Значит, и дело в том, что сегодня 7 число у нас, да, 7 число месяца Тишри, я имею в виду, месяца, 7 месяца, 7 день 7 месяца нашего исхода из Египта, или же 7 день уже 1 месяца, если считать от сотворения мира, 5779 года от сотворения мира.
Вот, от выхода из Египта 3330 лет прошло. Вот, мы отчет ведем и от выхода из Египта, и более древний календарь, как раз это от самого Адама идущий еще, вот, и потомков Ноя, значит, от Авраама, Исаака, Якова, от сынов Израиля, значит, в Египте, еще с тех самых времен незапамятных, вот, приз напоминаемых, да, значит, это от создания мира. Вот, и эта дата легко проверяется Библией по датам именно жизни, по, будем так говорить, перечисленным вот этим хронологиям дат и год годов жизни людей Библии до потопа, после потопа, вот, значит, и до наших дней. Да, от сотворения человека прошло 5779 лет и уже 7 дней. Да, вчера была суббота, как раз первая суббота этого года, вот, шаббат, который называется шаббат возвращения, шаббат покаяния, тшува. И вообще все эти дни, все эти первые 10 дней у евреев, у нас, знаете ли, не как у людей. Все не так, как у людей, а так, как у Бога. У евреев все как у Бога, а не как у людей, действительно. И Новый год начинается с покаяния, начинается, знаете ли, вот первые 10 дней Нового года, всегда это дни покаяния, вот, дни трепета. Но я это называю еще для лучшего понимания русскоязычных верующих, не просто дни трепета, потому что трепет тоже слово в русском, оно по-разному имеет значение, разное трепетать. Вот, а трепетной любви, чтобы было, ну, лучше понятно, как бы послание, да, вот это, чтобы лучше было понятно цель. Как бы и идея вот этих дней, дни трепетной любви. Вот так вот это, думаю, очень хорошо выражает как раз на русском языке вот эту самую идею вот этих дней. Я их называю и в проповедях, так и в беседах, вот многочисленных, которые проводил эти дни, провожу. Я как раз и называю это дни трепетной любви. Вот, и накануне весь прошлый месяц Элул, предновогодний, да, окончание того года и вот начало уже, перед началом Нового года, он посвящен теме любви. И само слово «Элул», да, название этого месяца, оно спокон веков еврейским сознанием воспринимается как, знаете ли, вот, как аббревиатура вот, того самого стиха из Библии, который мы называем часто стихом всех стихов, который находится в песне всех песней, песне любви, которая в книге всех книг, в Библии. Песня песней 6.3 написана в синодальном переводе. «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне». «Они ле доди, ве доди ли». И буквально «я полностью ему принадлежу, без остатка». «Я в нем, а он во мне, он всецело мне принадлежит». «Мы одно». Иисус это выразил очень настолько красиво в Иоанна 10.30 написано. Иоанна 10.30. «Я и Отец одно». То есть мы одно целое. И еще как иллюстрация, вот еврейская наша звезда, звезда Давида, Маген Давид, да, Шин Давида. Вот. Некоторые верующие порой путают это со звездой Римфана, значит, там, звездой идолопоклонников, это совершенно разные звезды, будем так говорить, абсолютно. Вот, ничего общего не имеющие. Солнце поклонников, звезда, значит, это одно, значит, это, по сути, свастика, или же, там, допустим, звезда восьмиконечная, там, или изогнутая, значит, там, посолонь, или против солнца. Вот, значит, то есть это звезда солнца поклонников и идолопоклонников. А наша еврейская звезда, она шестиконечная, вот, значит, и она, знаете ли, есть разные объяснения, вот, и храмовое есть объяснение очень интересное, вот, по поводу светильников тоже как раз вот выпадала как раз шестиконечная звезда. Есть разные объяснения, там десяток комментариев разных учителей, разных раввинов. Вот, есть самое простое и самое, думаю, понятное объяснение. Два треугольника, здесь все понятно. Треугольник, который вверх устремлен, первый, да, это треугольник означает наше устремление вверх, наше устремление к Богу. Человек ищет Бога, да. Треугольником вниз Бог ищет человека, это устремление Бога к человеку. И они вместе соединены любовью,
«Они ледоди ведоди ли». «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне». Это говорит человек, это говорит Бог, это говорит небо, это говорит земля, это говорит человеческий род, это говорит Творец всего мироздания, это говорит Израиль, это говорит Бог, это говорит душа человеческая, каждого верующего взывает, и чем больше мы погружаемся в него, тем больше на это взывает. «Они ледоди ведоди ли». «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне». Спасибо тебе, Господи, спасибо, спасибо, спасибо. И Господь это все громче и громче говорит нам. Слава Господу, Богу всемогущему. Да, друзья, и Тимофеевы слова, к Тимофею слова Павловы, точнее Павловы слова, второе Тимофею, вторая глава, первый стих. «Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом». Сегодня я верю, это Господь хочет сказать всем нам, всем и каждому, всем верующим, чтобы мы укреплялись в благодати Христом Иисусом. Аллилуйя! Братья, сестры, возьмите хлеба, возьмите плод виноградной лозы. Если нет сока у вас, то налейте воды. И благословим Бога Всемогущего. Благословен Бог наш, благословен Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли и давший нам плод виноградной лозы. Благословен Искупитель наш, Бог наш, Царь наш, благословен Утешитель наш, жизни податель. Слава Тебе, Господь, Бог Святой! Благодарю Тебя и славлю великое имя Твое. Твоя милость, Господь, обновляется этим утром Божиим к роду людскому. Боже, и род людской, Боже, взывает к Тебе. Боже, миллионы и миллионы верующих по всей планете, Господь Божий, взывают к Тебе. Разных стран, континентов, разных традиций, религий, конфессий, деноминаций. Боже, Ты видишь сердца наши. Боже, все дышащее хвалит Тебя, Господь, весь растительный мир, животный мир хвалит Тебя, Боже, поет Тебе. Боже, а наипаче человеческий мир, Господь, величает Тебя и поклоняется Тебе, Господь. Спасибо, Господь, спасибо Тебе, Царь Вселенной, спасибо, спасибо. И сейчас хочу поклониться Богу вот этой песней, спеть великому Богу. Аллилуйя. Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь Ты любовью Отца. Тогда поет мой дух, Господь, Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Когда смотрю я к небу, к звездам млечным, где дивно светлые миры текут, где солнце и луна в эфире вечном, как в океане корабли плывут. Тогда поет мой дух, Господь, Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, Тебе,
Как ты велик, как ты велик. Когда весной природа расцветает, и слышу в дальней роще соловья, и аромат долины грудь вдыхает, и слух ласкает звонкий шум ручья. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда я вижу лик Христа смиренный, кто людям в мире этом был рабом, как на кресте он умер, царь вселенной, и нам прощенье приобрел крестом. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! И Господь после вечери взял хлеб, благословил Бога, благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. Аминь. И взял чашу и сказал: благословен Бог наш, Царь всей Вселенной, давший нам плод виноградной лозы. Ешьте все этот хлеб, пейте все из этой чаши. Эта чаша есть Новый Завет в моей крови, он сказал, который проливается за вас. Господь всемогущий, я верую, что действительно мы с тобой одно тело, мы с тобой одной крови, ты и я. Твоя святая кровь пролита за меня, Господь, и кровью твоей святою я искуплен от суетной жизни, преданной нам от отцов. Слава тебе, Господь! Благодарю тебя за спасение, за дар вечной жизни, за искупление. Боже, за твой божественный Йом-Кипур, день оный, во Христе Иисусе. Ты Агнец Божий, и ты Лев из колена Иуды. Ты был и есть и грядешь, Вседержитель. Аминь. 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 Спасибо, Боже. Спасибо. Спасибо, Боже.
Спасибо, Господи. Ты отдал жизнь свою за жизнь мира. Лехаим, слава тебе, Господь. Слава тебе, Царь Вселенной всей. Аминь. Аминь. Кровь Христа Иисуса. Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа искупила меня. Кровь Христа исцелила меня. О, спасибо тебе, Господь. От всякого греха, от всякого проклятия, от всякого беззакония, Боже, от всякой болезни, немощи. Боже, Ты целитель, Ты освободитель, Ты, только Ты, Господь. Иисус, Иисус, спасибо. Иисус, Иисус, драгоценный мой, спасибо. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Спасибо тебе, Господь, спасибо, благодарю тебя, Боже. Благословляю моих братьев и сестер сейчас во имя Иисуса Христа. Благословляю всех. Благословляю всех, всех причастников, причастниц, поздравляю с причащением святых Христовых тайн, тела и крови Господа Иисуса Христа. Рассуждение наше размышление о теле и крови Иисуса Христа, это жизненно важно. В жизни верующего это архиважно. Спасибо тебе, Господь. Кровь Христа, кровь Иисуса Христа. Размышляем сегодня об этом. И сегодня в церкви, в собрании, нам будет тоже будет причастие, хлебопреломление. Съезжаются наши священники. Будем совершать вместе хлебопреломление. В простоте сердца так вот будем в любви Божьей принимать тело и кровь Господа Иисуса Христа. Рассуждать об этом. Аминь. Спасибо, Боже. Благословляю вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святаго Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Благословляю всех вас во имя Господне. Аллилуйя. Сегодня вечером планирую снова сделать трансляцию, продолжить в 6 часов вечера. Вот и...